На сайте уполномоченного по правам человека в Московской области Екатерины Семеновой опубликован документальный фильм «Наркотики. Молодость за решеткой». Этот проект реализован совместно с коллегами из Челябинской области. В основе фильма интервью с теми, кто оказался в местах лишения свободы и проведет там годы. Своими реальными историями люди показывают, как прост и при этом короток путь в другую жизнь и чем на самом деле заканчивается опыт употребления и распространения наркотиков.